У вёсцы Маслова некалі быў велічны праваслаўны манастыр, заснаваны аж у 1500-х годах. Зачынілі яго пасля кастрычніцкай рэвалюцыі. Час знішчыў усе будынкі комплекса, акрамя гэтай царквы 19-го стагоддзя. Яе рэканструкцыя спынілася з развалам Савецкага Саюза. І толькі пасля стварэння мясцовага фонду аднаўлення помніка архітэктуры справа скранулася з месца. Было закуплено нітрит титана, 93 ліста. И начиналось в этом году делать большой купол. Маленький покрыли, и большой купол – это уже в этом году. И в этом году еще планируется доделать крышу полностью. Пока что делаются наружные работы. Побач с храмом – место, где бье за шмат крыниц. Совместными усилиями вместе с местными жителями определились, что давайте попробуем сделать купель для начала. Ну, нашли место, сделали эту купель. Ну, а после уже купели, выбрали один родничок, который самый такой, более такой сильный, и сделали как бы колодец для питьевой воды. В этом году у нас были дожинки областные в Всеславле. Так? Мы сделали стоянку для автомобилей. Да, купелі, якую зрабілі мясцовыя арганізацыі і вяскоўцы, часта прыязджаюць паломнікі з розных куткоў Беларусі і Расіі. І людзі шануюць гэтую святыню і лічаць, што абраз, памагатая з бажыны, у гонар якога асвяцілі крыніцу, дапамагае ў зямной працы. Таццяна Сергійчык, Мікалай Собалеў, Навіны рэгіёну.